Євровидение. Слышал про такой конкурс? Там все собираются співаки всех країн. Все собираются в гигантскую кучу, поют по 3 часа. Євровидение – это там все собирались, как в футболе, все иностранные. Да, Євровидение будет проходить в Вене. Знаешь, такой город? Не бывал ни разу? Но я знаю, что такое Вена, это такое дело вот тут. А в Вене кто живет? Веники. Веники проживают, а чего нет? В прошлом году от Австрии, соответственно, победила или победил? Женщина в кавычках с бородой. Дзидзё, что ли? Нет. Ну, похоже. Австрийская миссис, борода до ушей. Ну, не знаю, женщины с бородами бывают, есть такая болезнь. Она вообще-то девочка, но похожа на мальчика. Ну так. Я думаю, дядя, потому что у женщин нет бороды. Ну как думаешь, это девочка или мальчик? То и то. А так бывает? Ага, бородатый конь. И зовут ее Кончита Вюрст. Ого. Ого. А вот наша Верка Сердючка. О, точно. Верка Сердючка. Верка Сердючка. Как думаешь, мальчик. Девочка или мальчик? Верка. Мальчик. С птичками? Нет, но она переодевается. А, Кончита Вюрст, Верка Сердючка. Кто следующий? Мне папа говорил, что Потап переодевается в женщину. По ночам? Нет, вообще, когда на концерт идет. Но в этом году, ты знаешь, так случилось, что никто не едет от Украины. Как тебе такой факт? Поганый. Согласен. За кого будем болеть на Евровидении? За Украину, мы же украинцы. Хоть ты тресни, да? Никто не едет, но все равно будем болеть за Украину. А надо же отдать 12 баллов, ты знаешь об этом? Ну да. Там Америке, США, Китаю. Евровидение, еще раз повторяем. В духе Евровидения что-то телезрителям пожелаем. Ну, я хочу, чтобы все были здоровы и все были счастливы. Да, а теперь на английском. Goodbye, my friends. You welcome. Yes. Goodbye, my love. Goodbye. Хорошо. Ты скажи, значит, на прощание. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Yes, it is. See you tomorrow. Yes, see you tomorrow. It was... It was... Чисто ньюс. Чисто ньюс.